Сквозь каменное плато, причудливо извиваясь, несется река Колорадо. За бесчисленные тысячелетия она буквально пропилила себе дорогу в горах, и теперь эти места не называют иначе, чем Большой каньон. Миллионы лет назад в этих местах была пологая равнина, по которой текла река, получившая впоследствии название Колорадо. Но смещение земной коры привело к тому, что плато стало постепенно подниматься, изменив ее угол течения. С увеличившейся силой Колорадо, прихватывая по пути камни, гальку, глину и песок, устремилась вперед. За миллионы лет такого старания своенравная река постепенно вымывала все новые поднимавшиеся кверху горные породы, пройдя, таким образом, вниз несколько слоев горных пород, опускаясь все ниже и ниже, к самым древним из них. Сейчас река добралась до гранитов, устилающих дно каньона, эти крепчайшие камни, несмотря ни на что, отступают под ее натиском, ежегодно протираясь на 0,25 мм. Большой каньон, Гранд Каньон, находится на территории американского штата Аризона. Это один из самых грандиозных каньонов в мире, растянувшийся вдоль по течению реки на 340 км. Его глубина порядка 1800 метров, в самых широких местах, на уровне плато, стены Большого каньона расходятся на расстояние до 25 км, а в самых узких, на дне встречаются, глядя друг на друга всего через 800 метров. Большой каньон не случайно величают восьмым чудом света, зрелище, открывающееся восхищенным взглядом посетителей, поистине грандиозно. За миллионы лет Колорадо не только проложила себе путь в каменных толщах, она открыла миру удивительнейшее сооружение, сформировавшееся под воздействием ветров, эрозии почвы, сдвигов земной коры, извержения вулканов. Усеченные пирамиды инков и стартовые площадки космических кораблей-пришельцев, храмы, пагоды и готические соборы, замки, крепостные стены и мосты, фантазии природы, за миллионы лет отшлифовавших свое творение, можно только позавидовать. А каждый час меняющаяся подсветка каньона, которую создают солнечные лучи, делает созерцаемое величественное зрелище еще более фантастическим. С недавних пор любоваться видами Большого каньона стало возможно, буквально гуляя над пропастью, на высоте 1219 метров была построена смотровая площадка, нависающая над пропастью на 20 метров. С высоты полета белоголового орлана, символа Америки, сквозь прозрачный пол этой небесной тропы открываются захватывающие дух виды уникального творения природы, еще более поражающего отсюда своей неземной красотой. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал, не забывайте ставить лайки.